Очень-очень вкусно. Свежий и легкий. Огромное спасибо солнечному Азербайджану. Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Мы продолжаем с вами наше путешествие по солнечному Азербайджану. И сегодня мы приготовим весенний, яркий и очень вкусный салат. Начну с шампиньонов. Их надо порезать тонкими пластинками. Теперь шампиньоны надо обжарить. На сухую разогретую сковородку высыпаю шампиньоны. Масло пока добавлять не буду, нужно выпарить из шампиньонов лишнюю влагу. Пока шампиньоны обжариваются, порежу лучок. Теперь я добавляю сюда репчатый лук и растительное масло. И буду обжаривать до готовности. Грибочки пожарились, вот теперь можно добавить немножко черного перца и соль. Перемешиваю и оставлю грибочки остыть. Пока грибы будут остывать, мы с вами порежем салатик. Для салата нам понадобится сладкий перец. Азербайджан – страна ярких вкусов и красок, поэтому для салата я буду использовать красный и желтый перец. Можно, конечно, еще добавить зеленый и оранжевый. Перец буду нарезать тонкой соломкой. Добавлю в салат еще свежие петрушки. Можно добавить кинзу, если вы любите, будет тоже очень вкусно. Добавляю еще в салат немного солнечной кукурузы, немного соли и майонез. Грибочки уже остыли, и можно тоже добавить в салат. Теперь я салат перемешиваю. Если хотите, сюда можно еще добавить немножко чеснока. Друзья, давайте скорее пробовать. Салат готов. Очень люблю салаты с грибочками. Супер! Очень-очень вкусно, свежий и легкий. Огромное спасибо солнечному Азербайджану. Друзья, ставим лайк, если вам понравился рецепт. И как всегда, прошу к столу и приятного вам аппетита!